Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балконе. Сегодня мне помогает Милаша, моя внучка. Привет! Вот. Сегодня у меня день рождения, 55 лет. Поэтому мы готовим несколько блюд. Я вам хотела показать, что я готовлю. Так, смотрите. Это бабушкино любимое блюдо. Да, такие не все, конечно, что я успею показать. Рыбку у меня это хек. Я добавила соли, перца, немножко лимонного сока. И обжарила до готовности. Запанировала в муке и обжарила. Здесь у меня томат, лук, морковка, столовая ложка томата, 2 столовые ложки кетчупа. Я положила зубочек чесночка. Все это поджарила и потом долила водички и протушила. Теперь мы зальем нашу рыбку. И как раз до вечера она настоится. Будет очень ароматная и вкусная. Очень люблю такую рыбку. В маринаде. Она вкусная, когда настоится несколько часов. Тогда будет очень такая ароматная. Потом можно будет добавить свежей зелени. Ну, посмотрите, какая красота. Все, оставляем нашу рыбку под шубкой. И она будет пропитываться. Убираем. И оставляем ее для пропитки. Следующее великолепное блюдо – это мой любимый салат. Не знаю. Этот салат я готовлю уже... Наверное, лет 30 это точно. Так, что нам сначала надо сделать? Давайте мы... Здесь у меня кукуруза, полбанки. Сначала мы сделаем блинчики. 3 яйца. Соль, перчик взбиваем. Включаем плиту. И обжариваем блинчики. Омлет, скорее всего. Некоторые сюда добавляют муку, но я не люблю. Они тогда твердые и не такие вкусные. Немножко масла. Вам видно? И обжариваем блинчики. Жарится наш блинчик, я рассказываю про ингредиенты. Полбанки кукурузы. 1 морковка по-корейски. Все знают, как ее готовить. У меня есть видео. Домашняя морковка по-корейски. Это очень вкусно. Добавляем. Добавляем морковку по-корейски. Смотрим на наш омлет. Жарится. Теперь ветчина и майонез. Сегодня мой день рождения. Ничего не хочу слышать, что майонез это вредно. Сегодня можно. Сегодня можно майонез. Поэтому добавляем. Добавляем сюда майонез. 2 столовые ложки. Омлет у нас жарится. Сейчас Милаша это будет перемешивать. А я пока нарежу. Милаша, на, перемешивай. Нам не видно. Вот так. Салат. Милашка, салат вот так перемешивается. Чтобы он его не забить. Вот так. Пока Милана перемешивает салат, мы берем... Вот такую или ветчину, или копченую колбасу. И добавляем в наш салат. Смотрим на наш омлет. Он великолепно жарится. Нарезаем также все соломкой.
Так, смотрим на омлет. Нам его надо перевернуть будет. Еще немножко. И мы его перевернем. Так, очень подай. Сюда добавляем ветчину. И тоже перемешиваем. Нам осталось добавить омлет. Такой у нас немножко получился зажаренный. Все, и жарим вторую порцию. И охлаждаем. Наш салат почти готов. Нам осталось сюда добавить только омлет. Омлет, посмотрите, как это красиво. Очень вкусный салат. Но не хватает еще нашего омлета. Что мы делаем, пока то жарится? Разрезаем. И нарезаем. Не забываем, что у нас там еще жарится омлет. Смотрим туда одним глазом. Ждем, когда наш омлет остынет, и соединяем в салате. Вот видите, как блинчик переворачивается великолепно. Ждем вторую порцию. Пока мы с вами приготовим еще одно блюдо. Это великолепная закуска из ветчины, из сыра, из йогурта. Это очень вкусно, пока остывает наш омлет. Выключаем плиту. Так, все. И ждем, когда наш омлет остынет. Пока мы с вами приготовим наши рулетики. Переворачиваем. Что нам понадобится? Творожный сыр из кефира замечательный. Добавляем соль, перец по вкусу и разноцветный перчик. У меня он был замороженный. Это салатный перчик. Посмотрите, сколько цветов. Как это смотрится красиво. Пока у нас, видите, омлет остывает. Выключилась наконец-то плита. И мы сворачиваем наши великолепные рулетики. Берем колбаску или ветчину. Выкладываем сырную массу. И сворачиваем рулетик. Нормально. Так, сворачиваем и разрезаем, чтобы это выглядело порционно и очень красиво. Смотрите. Где-то у нас были шпажки. Скрепляем при помощи шпажки. Это очень празднично и очень красиво смотрится. Да. Продолжаем. Да, Милаша подает мне шпажки. Я сворачиваю
и разрезаю. Вот так. Так, пока этот уже не будем сворачивать, тратить время. Процесс понятен. В наш салат добавляем омлет. Это убираем. Великолепный, очень вкусный салат. Ему дать немножко настояться. Сейчас мы попробуем, все ли здесь хватает. Это очень вкусно. А подавать я хочу в стаканчиках. Только перед самой подачей я хочу салат насыпать вот такие креманки. Или за столом. Может каждый человек себе насыпать. Сейчас он еще не дал сок. Насыпать себе салатик. Смотрите. Или я перед тем, как будем садиться за стол, вот так его насыплю. Красиво? Ну-ка. И вкусно. Приятного аппетита. Мы с вами сделали за 10 минут 3 великолепных блюда. Великолепная рыба, салат и закуска. Приятного аппетита. Сразу три. Недаром сегодня у меня день рождения. Поэтому мы с Милашей готовим такие быстрые и красивые закуски. Всем пока. До скорых встреч. Приятного аппетита. У нас с вами вот какая красота. Желаем всего хорошего. И рыбка. Наша красивая и ароматная рыбка. Посмотрите, мы за 10 минут с вами приготовили 3 великолепные блюда. Всем пока.